О Германии за минуту. Площадь 357 тысяч квадратных километров, население 82,2 миллиона, экономика первая в Европе, пятая в мире. Есть города, их 76, в которых проживает более половины населения. А вообще городов Германии 2063. И Берлин с 3,5-миллионным населением, Гамбург почти 2-миллионный, Мюнхен 1,5-миллионный и Кёльн 1-миллионный. Это наиболее крупные города Германии, столица в Берлине. В длину 876 километров, в ширину 640 километров, 16 федеральных земель, язык немецкий. Образовалась Германия в 1949 году, 23 мая. ГДР присоединилась к ФРГ 3 октября 1990 года. ВВП на душу населения 46 896 долларов. Самая высокая гора Цугшпице, 2962 метра. 14 национальных парков в Германии и около 700 рек. Самые крупные из них — это Рейн, Эльба и Дунай. Коротко о Германии. Желаю вам Божьей милости и благодати.